в путь, Евпатий. Кто ты? Вроде видел тебя где-то. Да Егор я, кузнец из Рязани. Был рыжий, да вот... Да. А не довелось тебе, Егор, встретить где сынов моих, жену? На стене видел их, хорошо дрались. А потом завалило меня. А я вот, видишь, выдержал. Тебе мое благоволение покончить с воскресшими, а вожака их доставить живым или мертвым. О, великий! Вот Таврул Батыр похваляется достать его. Так и сказал, пусть наш батыр с их батыром сразится. Дескать, ежели наш батыр победит, они уйдут. Их батыр победит. Ну? Покоя хан захотел. Ну что ж, согласимся. Не ловушка ли это? Нашим батыром буду я. Благодарю тебя, русский ратник. Немногих я знал, кто так свою землю любил, как ты. Когда б среди моих воинов нашелся такой, держал бы я его у своего сердца. Будете дань платить, будем жить в мире. Отпускаю вас. Предайте земле батыра вашего со всеми почестями. Держал бы у своего сердца. Видишь, как заговорил собака. О мире возмечтал. Не от хорошей это жизни. Покоя захотел. Не суйся в чужие земли, вот и покой будет. А Русь ворога переможет.